Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Петухова. Здравствуйте. Кировская область потеряла из-за лесных пожаров 38,5 миллионов рублей. В том числе затраты на тушение превысили 6 миллионов рублей, уточнили в департаменте лесного хозяйства. С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 74 лесных пожара на территории почти в 123 гектара. Следователи возбудили 4 уголовных дела. Всего за нарушение правил пожарной безопасности взыскано около 3 миллионов рублей. Программа «Экономика». Торговыми партнерами Кировской области в прошлом году являлись 77 субъектов России. Такие данные приводит Кировстат. 40% произведенной в регионе продукции было вывезено в другие субъекты, 28% поставлено на экспорт, почти треть продана на территории области. Интересно, что большинство произведенных в регионе продовольственных товаров – мясо, молоко, кондитерские изделия – реализуются в области. Что же касается непродовольственных товаров, то в основном они идут на экспорт, в том числе и в страны СНГ. Экономика на 101 FM. Директор племзавода «Пижанский» Герман Бызов выступил в суде в защиту Николая Ганжелы. По мнению руководителя хозяйства, тяжелое состояние яранских предприятий и их последующие банкротства не связаны с деятельностью Ганжелы. Упадок стал следствием в целом плачевной ситуации в агропромышленном комплексе района, передает слова Бызова газета «Бизнес-новости». Напомню, Ганжелу обвиняют в хищении 114 миллионов рублей у 3 предприятий Яранского района, а также спирта Слободского СВЗ на сумму 74 миллиона рублей. Экономика. Из-за запрета на курение доходы кафе и ресторанов упали на 20%. Об этом сообщает Федерация рестораторов и ательеров России. Президент Федерации Игорь Бухаров отмечает, что именно кофейни и бары больше всего пострадали от нового запрета. Он связывает снижение выручки с тем, что большая часть посетителей приходит туда, чтобы пообщаться, при этом отдых часто совмещается с курением. Бухаров подчеркнул, что за год снижение доходов в заведении этого сектора может достигнуть 30%. Такой прогноз основан на аналогичном опыте европейских стран. Как сообщают европейские коллеги, спустя некоторое время клиенты обычно возвращаются, однако многие заведения успевают разориться. Напомню, запрет на курение в ресторанах и кафе вступил в силу 1 июня. За нарушение закона предусмотрен штраф от 500 до 1500 рублей. Курс валют по данным Центрального банка на 25 июня. Доллар – 33 рубля 98 копеек. Евро стоит сегодня 46 рублей 22 копейки. Мария Петухова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.